Эмили Шиндлер до последних дней своей жизни сохранила верность мужу. Она дожила до 94 лет. 30 лет они прожили вместе. Она добывала еду, она лечила людей, она помогала им морально. И в моем случае трудно было именно попытаться дорасти до масштаба этой сильнейшей женщины. Я считаю, что роль Эмили Шиндлер в спасении евреев недооценена. В конце жизни в интервью она сказала, что ей пришлось перетерпеть много горя, но она благодарна за всю свою прожитую жизнь.